Видно? Видно, труба вот она, здесь левее. Прямо с кровли многоквартирного дома аварийная бригада межрайонного Щелковского водоканала опускает в центральную трубу системы водоотведения аппарат для установки заглушки. Больше неплательщики по коммунальным услугам в доме 13 в поселке Литвиново не смогут нормально пользоваться канализацией до тех пор, пока не оплатят долг. Опускай. Еще назад. Еще чуть-чуть. Все. Да. После снятия моратория на работу с должниками, который вводился в период пандемии коронавируса, водоканал возобновил практику ограничения коммунальных услуг жильцам, которые не оплачивали квитанции более полугода. Мы сверили списки, собрали людей, которые сумма задолженности составляет более 20 тысяч. Тут, я так понимаю, есть и 200 тысяч. Вот, и решили возобновить эту работу. Руководством водоканала нам эта задача поставлена, руководство округа нас поддержало в этом направлении. Призываю жителей округа Щелково все-таки пересмотреть свое отношение к услугам ЖКХ. Установка заглушки – крайняя мера. Ей предшествовали досудебная претензионная работа УК «Капитал недвижимость», составление графиков рассрочки платежей, рассылка предупреждений не менее 5 раз, в том числе через квитанции. Последнее уведомление неплательщики получили за 10 дней до перекрытия канализации. Те, кто так и не удосужился погасить долг, получили сегодня значительные бытовые неудобства в виде невозможности пользоваться санузлом в собственной квартире. В данном доме у нас 137 квартир. Общая задолженность по дому за определенный период составляет 2 миллиона 104 тысячи рублей. У нас сегодня по плану установка 15 квартир злостных неплательщиков. 17 квартир – это в общей сложности составляет миллион. Ограничение услуги по водоотведению – действенная мера. Во время работ один из жильцов попросил повременить с отключением, пообещав тут же оплатить задолженность. Житель погасил задолженность. Задолженность на сегодняшний день у него была 62 567 рублей, что составляет около 15 месяцев. Вот платежный документ, что все оплачено и прошла… Сумма сходится, да? Да, сумма все сходится. Общая задолженность УК «Квартал недвижимость» перед межрайонным Щелковским водоканалом составляет 6 миллионов рублей. Это жители не заплатили за уже оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению. В график отключения попало 11 многоэтажек в Литвинове. Чтобы этого не произошло, нужно погасить задолженность и уведомить об оплате свою управляющую компанию. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.